ребята, сегодня у нас гости, давайте поприветствуем гостей. Придуманная тетка, просто и мудро. Здороваться, доброе утро, доброе утро, солнце и птица. Доброе утро улыбчивым лицам. И пусть все будут добрыми и доверчивыми. И пусть доброе утро длится до вечера. Ребята, послушайте загадку. Она бывает документом, обоями, салфеткой и книгой, и альбомом, и даже деньгами. Что это? Догадайтесь сами. Бумага. Правильно, это бумага. Я, знаете что, ребята, вам предлагаю сегодня отправиться в путешествие в гости к бумажной фее. А поможет нам доехать туда веселый паровозик. Садимся в паровозик, приготовились. Вагончики по рельсам тарахтят. Везут бумажные феи компанию ребят. Сюда повернитесь. Ребятки, вот мы и приехали к бумажной фее. Здравствуйте, ребята! Здравствуй, бумажная фея! Я очень рада вас видеть. Большое спасибо, что вы ко мне приехали в гости. Вы сегодня много узнаете интересного о бумаге и о ее свойствах. Посмотрите, я приглашаю к моему столу. Здесь всего много из бумаги. Посмотрите, ведь бумага бывает разная. Она и упаковочная, и в виде обоев, и салфетки, и книги, и альбомы, и цветная. Правильно? Посмотрите, и пакеты, и в виде обоев даже. Видите, какое разнообразие бумаги? Очень-очень много. И даже бумажно бывает, что мы знаем, и деньги бывают, и фантики, и тетради. То есть очень-очень всего много из бумаги. Бумажная фея, а мы у тебя видим много разных бумаги. Можно нам рассказать, что мы знаем о бумаге? Ребята, вот сюда посмотрите и скажите мне, какая по цвету бумага? Это синяя. Любава, это какая бумага? Синяя. Амелия, какая по цвету бумага? Желтая. И синяя. Бумага? Зеленая. Скажи, бумага зеленая. Бумага, да? Зеленая. Алана? Бумага классная. Катя? Бумага черная. Арина? Бумага белая. Ребята, бумага разного цвета, да? А как можно ее назвать одним цветом? О, одним словом? Полаветная. Как можно? Разноцветная. Разноцветная, правильно. Бумага бывает разного цвета. А теперь, ребятки, пройдите к столам, по брусточку встаньте. Вот сюда, Катя, вот сюда. Пока бумага стоит. Около стульчика встаем. А нет, вот здесь еще два. Ребята, возьмите вот этот лист бумаги. Посмотрите через него. Что вы увидели? Ничего. А почему вы не увидели? Потому что она классная. Какая бумага, Алана? Классная. Алана, какая бумага? Классная. Какая бумага? Не классная. Какая ее бумага? Не классная. Какая бумага? Непрозрачная. Алана, Любава. Непрозрачная. Да, ребята, бумага непрозрачная. Уберите лист бумаги. Возьмите следующий лист бумаги. Он сусалый. Погладьте его. Какой? Сусалый. Сусалый. Какой это лист бумаги? Сусалый. Какой лист бумаги? Сусалый. Сусалый. Какой, Катя, это лист бумаги? Сусалый. Если не, какой лист бумаги? Сусалый. Уберите его обратно на место. А теперь вот этот погладьте лист бумаги. Опять. Какой этот лист бумаги? Гладкий.
Какая бумага? Гладкая. Какая бумага? Гладкая. Какая бумага? Гладкая. Гладкая. А теперь, ребята, вот такой лист бумаги возьмите. Положите его на белый. Так. И его тоже потрогайте, погладьте. Какой он? Шершавый. У тебя? Шершавый. Ребята, вот, все, хорошо. Положите перед собой бумагу. Отодвиньте ее в сторону. Опять на место, да. Ребята, бумага бывает гладкая и шершавая. Ой, ребят, какие вы молодцы, вы так много знаете о бумаге. Но я хочу еще раз дать вам секрет о бумаге. Возьмите, пожалуйста, листочки такие цветные бумажные. Возьмите. И давайте попробуем этот листочек с вами порвать. Пробуем давать. Рвем листочек бумаги. Рвем, ребята. Посмотрите, сколько много частей бумажных, да, появилось. На маленькие-маленькие частички бумага рвется. Много их, да, рвем? Да. Алана, рвем бумагу? Нет. Любую, бабушка. Рвем бумагу. Смотрите, сколько много частей появилось, да? То есть бумага что, ребята? Она что? Рвется. Арина, бумага что? Рвется. Ева, бумага? Рвется. Значит, она какая, ребятки, бумага? Опасная. Бумага какая, раз она рвется? Она какая? Непрочная. Алана, бумага какая, значит? Непрочная. Булат, бумага, значит, какая, раз она рвется? Непрочная. Любабушка, бумага какая, раз она рвется? Непрочная, правильно. Молодцы, ребятки. Вот еще один секрет мы открыли бумаги. А сейчас, ребятки, я вам предлагаю, я хочу вам показать вот таких бабочек бумажных. Они все разноцветные, красивые, как настоящие. И мы сейчас с вами узнаем, могут ли эти бабочки бумажные летать. Хорошо? Да. Сейчас, мои хорошие. Ну, какие они разноцветные. Желтые, зеленые, красные. Какая у тебя бабочка? Зеленая бабочка. А Арина, у тебя какая бабочка? Желтая. А сейчас смотрите. Ребята, подойдите все ко мне. Тихонечко подойдите все ко мне и смотрите на меня. Туда-туда вставайте. И смотрите, ребятки, на меня, как надо. Бабушка, на меня смотри, как надо дуть. Ротик, губки мы собрали. И тихонечко дуй на бабочку. Чья бабочка далеко улетит? А ну-ка посмотрим. Тихонечко дуй. Моя. Летит бабочка? Да. У всех. Бабочки красивые, да, бумажные. Как живые, ребята, правда? То есть, если бабочка бумажная летит, значит, она какая бумага у нас? Нет, какая, значит, раз она, мы дуем, и бумага летит. Значит, она какая бумага? Легкая, ребята, правильно? Есения, бумага, значит, какая? Легкая. Вот дуем. Алана, бумага, значит, какая? Нет, если мы дуем, она легкая. Все, ребятки, больше дуть не надо, все. Катя, бумага, значит, какая? Нет, ну сейчас мы думаем. Есения, еще раз повтори, какая легкая. Бумага? Легкая, правильно. Любава, бумага какая? Легкая, все. Понравилось вам? Да. Игра с бабочками. Все. Все, мои хорошие. Все. Ребята, вы хотите узнать, дружит ли бумага с водой? Да. Хотите узнать? Да. Да. Вот сюда подходите. Вот здесь у нас корабль. Ребята, берем кораблики и пускаем их в воду. Это мой кораблик. Все. А вот мой. Я тоже один дружу. А теперь маленькие кораблики возьмем и тоже их пустим в воду. Ой. Что случилось, ребят, с кораблем? Они утонули. А почему они утонули? Легкие еще. Почему? Потому что они непрозрачные. Еще почему? Что случилось с ними в воде, Есения? Утонули. Да. А еще почему они утонули? Потому что вода. Намокли, да, ребята? Да. И утонули. Ребята, бумага в воде намокает.
А посмотрим, что же у нас с большими корабликами, ребята, тоже случилось. Не трогаем руками. Они не тонут. Но видите, ребят, наклонились, тоже бумага что делает? Намокает. Эта бумага чуть потолще, а она дольше намокает. Видите, но уже? Она собралась на ней. Да, проникла в сам кораблик, да, ребята? Да. А как бы вы хотели бы вот в таком кораблике бумажном поплавать? Да. А почему? Да, потому что он утонет. Он утонет. А почему он утонет? Потому что... Бумага какая? Непрочная. Непрочная. Ребята, а хотели бы вы жить в бумажном домике? Идете сюда ко мне. Да. Хотели бы вы жить в бумажном домике? Да. А как вы думаете, вот зимой комфортно будет жить в таком домике? Нет. А почему? Потому что... Что случится? Упадет. Ветром раздует домик, еще что? Упадет. Да. А тепло в нем будет? Нет. Холодно. Потому что бумага какая? Непрочная и тонкая, да, ребята? Да. Хорошо, ребята. Ребятки, а хотите еще узнать о бумаге? Да. Вот возле вас перед вами два кусочка бумаги. Возьмите, пожалуйста, тоненький кусочек бумаги, возьмите. Нет, вот, вот такие, вот этот цветной. Возьмите. Тоненький сначала, тоненький кусочек, тоненький. Берите сначала. Вот у всех тоненький? Да. Тоненькая бумага? Да. Попробуем, ребятки, ее... Разнять, да попробуем. Получается? Да. А ну-ка. А теперь опять раскрыли. И повторяем за мной. Мы бумагу. Нет, мы бумагу отжимаем и ладошки разминаем. Мы стараемся, катаем, дружно шарик. Превращаем. Получился шарик? Да. Ребятки, получился? А возьмите второй кусочек бумаги. Второй возьмите. Он какой у нас? Попробуй. Нет, рвать не надо. Помять его получится. Он какой, значит, у нас? Жесткий. Еще какой? Толстый, да, ребята? Да. Какой кусочек бумаги? Жесткий. Нет. Нет, какой мы только сейчас сказали? Толстый? Толстый кусочек бумаги? Да. Арина, какая бумага? Кусочек. Толстый кусочек бумаги? Толстая бумага, скажи. Толстая бумага. То есть бумага бывает тонкая и толстая. Да, ребята? Да. Любава, какая это бумага? Толстая. Толстая бумага, правильно? А сейчас, ребят, я вам еще расскажу один секрет. Бумагу, ребята, можно рисовать. Хотите, я вам покажу как? Да. Подойдите все ко мне сюда. Возьмите все свои комочки, которые вы сделали. Возьмите свои бумажные комочки. Вот сейчас смотрите. Вот смотрите, у меня здесь цветочек красивый. Заготовка у цветочка есть, правильно? Да. Сейчас мы с вами попробуем сами нарисовать этот цветочек. А как мы будем рисовать? Ариночка, немножко. Вот у вас есть комочек бумаги, да? Который вы сами сняли. Мы будем ее макать в краску. Здесь не надо. Я только покажу. Стойте, смотрите. Вот смотрите. И потом мы тихонечко вот так прижимаем. Ой. Ну ничего страшного бывает. Прижимаем. Тихонечко. И у нас получается такой красивый цветочек. Красивый, ребята? Да. Вот так только красиво нужно прижимать. Ладно, аккуратно. Хорошо? Угу. Сейчас вы подойдете к столам со своими комочками. Там уже есть листочки. Да, у каждого есть листочек. Встаем, набираем любую краску. Желтая. Вот какой, любой цвет, ребятки, любой цвет. Макаем туда. К листочку встаем, Катя, где твой листочек? Вот. И стараемся, приминаем. Вот молодцы. Как у нас красивый цветок получается. Синий крепче держи. Аланочка, посильнее. У тебя и комочек маленький получился, Алана. Вот как красиво. Красиво получается, ребята? Да. Нравится вам? Да. Ну как все? Все, теперь комочки свои убрали. Все, ребятки? На поднос. На поднос уберите свои комочки. Что не листочки раскидывают? Красиво, ребят, у нас цветы получились? Да. Понравилось вам? Да. Много вы сегодня узнали о бумаге? Да. Ой, спасибо, бумажный фей. Мы сегодня много узнали о бумаге. Даже о бумажном фее. До свидания, ребят. Мы веселом паровозике, мы поедем в детский сад. Вагончики, вагончики, по рельсам тарахтят. Везут в детский садик Илушка. Компанию, ребят, поехали.
Вам понравилось сегодня занятие? Да! А что вам понравилось занятие? Пускать кораблики. Пускать кораблики. А тебе что еще не понравилось? На паровозе ехать. На паровозе. Ей что понравилось? Кораблики пускать. Так. А мне что понравилось? Кораблики. А рисовать вам понравилось? Да. Мятой бумагой. Да. Ребята, а вот что вы дома расскажете родителям про бумагу? Бумага рвется. Бумага рвется. Еще. Бумага тонет. Тонет, смотри, что? Рвется. Рвется, еще что? Тонет. Тонет, еще что? Намокает и тонет. Ева что расскажет маме? Я расскажу. Какая бумага бывает? Легкая, тяжелая. Да, а еще тонкая и? И толстая. Толстая, да. Ребята, а вот она бывает разного цвета. Какая, значит, она бывает? Разноцвет. Она бывает какая? Гладкая. Еще какая? Бабалевая. Шершавая, да, ребята? Да. Хорошо, молодцы. Надеюсь, я надеюсь на то, что вы теперь знаете свойства бумаги, да? И будете бережно относиться к книгам. И к разным изделиям из бумаги.